Ты уже показал, как ты играешь, пиздатый. Да что ты моих-то трогаешь? А там второй тоже выходил. Ну если ты сам вышел, ну к тебе вышел бы. Ёбаные жести. Блять, даже я на их затупил. Ты в лесу два раза затупил. Там только и можно два раза затупить. Там один раз можно затупить. Я не знаю, почему я с первого раза не могу запрыгнуть, я не знаю. А когда-нибудь запомнишь, что ты еще два дебила выходишь? Не знаю, я бы запоминаю. Russian Attack до сих пор не прошел? Не прошел. Battletoads прошел? Не прошел. Прошел. Японку с сейвами. Слышь ты, японка, блядь. Че ты там? Давай американку показывай. Ты прошел японку? Прошел. Ну то давай теперь американку. Европейка сложнее, да? Сложнее, ёпта. Сначала американку, да, потом уже европейку напоследок. Ну вообще, вот тогда мы, может, подумаем тебя взять себе в команду. Жесткий фейс-контроль, да? Так у нас он... Кастинг, ёпты. Да я тебе без кастинга, бля, игру положу. Чё-то я в этой изометрии стал теряться, блядь. Уже просто чё-то заебало все это уже. Тут нереально, оно... Да реально. Почему ты... реально? У нас что получилось? Не-не, вот в данной ситуации нереально получилось, мы заскроллили неправильно. Надо еще заскроллить правильно, чтобы получилось. Нам надо стоять в нормальном положении, надо знать точку, где стоять, чтобы прыгнуть и сразу быть прыгнутым. То есть тут вот такой тайминг жесткий. Нет. Всё? Всё. Группы не возим, блядь. У нас тут не катафалка, ёпты. Зайцами разговор короткий. Что ты там делаешь, родной? Зончик, да,
Я его подготовил, ты его замариновал. Баб привел Иван Иваныч, раздевал Иван Степаныч, бля, уложил Иван Фомич, всех выебал Иван Кузьмин, бля. Хату выдал, блядь. Да, блядь, вообще это кто купил? Бля. Бля. Бля, там все. Два ноль. Да. Раз. Твоя взяла. Спасибо. Прикрыл. Радуйся, ёбаный. Блять, новый сервер. Блять, больная. Ты еще живой, что ли? Веселуха? Охуенно. Вот для тебя уже веселее. Бля, хоть раз упадут, вот именно. Я тогда по нижним пробовал. По нижним, по-моему, тяжелее. Я еще не пробовал. То есть я попробовал раз был. У меня тогда эти были, лайки. Так, не я ведь по привычке все время вниз шел, не по лестнице. Я уже раз тоже пошел. Ты любишь использовать скоростной лифт. Ну чё, давай. Ну иди ты первый, что за первый. Ура, бля. Красавчики. Мы, кстати, когда прошли тогда игру были, то ты тоже не упал. Ну там по одному раз только сдохли, и то на конце. Да, не дал мне два фрага, как правильно, пропасть. Блядь, иди нахуй отсюда. Иди нахуй! Двойной удар, блядь. Обоих рубанул, блядь. Ну так. Хороший. Нихуя. Я его был как-то так раз пизданул по красоте, поэтому, сука, с экрана улетел. Смел в прыжке улетел. Иди сюда, с. Все понятно, кто получает. Да похуй. Красавчик. Все будет из шестерней. Я не думаю, что мы сейчас только на это потеряем. Макс, ну даже если кто-то тупанет разок, это не так сильно.
повлияет. А вот на 6 стернях можно все сбить. Да ну, там тоже все не так сложно. Ну, не скажи. Я там сливал по 3 жизни. Ну, блядь. Понятное дело. Можно слить и все нахуй. Можно и тут все слить, если очень захотеть. Блять, я чуть не слил. Чего по очереди прыгаешь, блядь? Блять, твоё, знаешь, как неудобно? Да ладно, темно. Лучше Пола. Тише едешь, дальше будет. Блять. Кнопки уже не работают. Ух ты, блядь, это было стрёмно. Второй прыжок на мелкую, я уже в полете успел обосрать. Твою ебаный, я теперь твои ошибки повторяю. Еще 3 бутылки. Не знаю. Это тоже было опасно, кстати. Ага. Это было прикольно. В яблочко. Ну так учитесь. Сосунки. Какой там еще 2-1? Не, ну че, мы играем как-то кон слил, как поебал. Так 1-1. А, 1-1, да? Я понял, да? Сейчас на шестернях может все поменяться резко. Ой, блядь. Ёб твою! Дебил, блядь. Ты красавчик, вообще. No comment, блядь. Ты должен шестерни пройти без потерь. Пошел. Сейчас подожду оборот. Я что-то расслабился уже. Что-то стал слишком самоуверен. Там я прав. Ты просто. Ты погибал везде, где ты обычно не погибал. Ну, в общем, хуел. Perfect run будет. Куда ты спешишь? Ебаный твой рот! Ебать, вот это лоханулся, блядь. Пиздец. Блять, как хардкорщик, ну хардкор. Ох, повезло, тебя эта сосулька спасла от такой же смерти. Все, ты сейчас должен быть. Что-то я таймер перестал читать, ёпта. Че, ты сейчас. Блин. Должен очень аккуратным быть. Что-то я тайминг перестал читать. Давайте, блядь. Давайте. Да сука, когда ты сдохнешь? Блять, быстрее, ну. Ой. Все рассчитано, чтобы интрига была, блядь. Чтоб ты не ныл. Ну там реально много врагов, да? На двоих. Или то они, блин, мы их так убивали. Так, у меня уже, кстати, тоже половина пива так еще. Ну и половина. Вокал-то больше, чем на пол-вид такой. Блять, ты что, теннис решил поиграть?
Арнольд. Так вот, блядь. Ох, я вертушку. Кстати, ты видел же, у меня на шестерне уже который раз вертушка это не получается. А, это сучка. Все, самое сложное позади, кроме босса последнего. И последняя жизнь у Лёхи. Да, тут херово, что жизни не допили. И спиздить не я. Когда в игре не запиздить жизни, ты огорчаешь Леонида Аркадьевича. Не, точно. И сюда, сука. Главное, чтобы вот эти с кортиками там под конец не подосрали. Они могут реально тоже порядочно сбрить. Сейчас, блядь, толпа, блядь. Идиоты. Толпа, блядь. Громадных идиотов. Этот, сука, мудак. Цет. Блин, эти отвечающие так потрепать могут. Иди сюда, сука, эти кулаками. Лера. Эй, что за босс? Не, ну я себе могу позволить сдохнуть, а вот ты нет. Ой. Да блин. Сука. Ну ты сказал, что... Можешь позволить сдохнуть. Влево дай. Влево. Не вправо, влево. Что за хуйня? О. Не, патруль, а он его ебнул. Все как полагается. Будь аккуратней. Да я тебе позволю пару раз сдохнуть, да там погляди. Спасибо, блин. Заебись. Заебись. Позволил? Так ты меня прикрыл? Что прикрыл? Ты сразу полез в файт, блин. Куда я полез? Чем я тебя прикрыл? Я пока по... Ты пока расщепил... там ебаленьком щелкал, конечно. Я пока расщепился, что происходит? Ты контент... Ой, я его рубанул. Еще раз рубанул. Все, значит, он сейчас исчезать больше не будет. Не лезь вообще пока. Нет. Может, он может спилить тебе здоровье быстро. Где? Вот он не чисто спилил одну. Лёх, прикрывай. Не ссы, капуся. Блядь, это телефон ебан. Да, но... Вот так вот? Учись, студент. Да-да-да-да. Эй, ты на экране. Чё, ты доволен? Да. Не, я грубо расспрашиваю.
Я? Ну конечно недоволен. Ну там пьет ему покер. Я недоволен. Естественно, ты недоволен. А ты можешь ответить на почему я недоволен? Да. Но? Ты сдох больше, чем я. Зато ты на боссе сдох. Я был брошен на этого босса, блин. Не ссы, я ему тоже пизды-то вставил, ёпта. В общем, я знаю, что ты разобрал, но что мы не смогли пройти его в No Dead. Да. Так, короче, я сейчас поссать, перекурить, а потом третью сюда. Я тоже. Ну, просто не расходимся, вот сейчас это... Пиво просится обратно. Да.